времени суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Сегодня у нас обзорный день, а именно на следующий наш проект. Это будет бронетехника Черчилль МК-3, пехотный танк британский от фирмы AFW Club в 35-м масштабе. Модель любезно предоставлена магазином «Я Моделист», за что ему отдельное спасибо огромное. Прежде чем приступить к осмотру коробки, пару слов о танке скажу. Танк довольно знаменитый, известный не только по его истории, но и благодаря игре World of Tanks. Именно эта модификация, насколько я помню, является премиумной машиной в варианте ленд-лизовском. Это был один из самых оптимально и сильно защищенных британских танков Второй мировой. Его история начинается с 40-го года. В серийное производство он поступил в 41-м году. И до декабря 45-го было построено более 5000 танков разных модификаций. Самой массовой была это Черчилль 4 и Черчилль 3. Отличались они в основном бронированием, вооружением. Свою боевую карьеру танк начал в Северной Африке в знаменитой битве за Эль-Алямейн. Участвовал именно вот эта вот модификация. Ну и в других не менее важных битвах. Много рассказывать о нем смысла нет. Вы можете почерпнуть информацию в любом источнике, можно найти в интернете. Как видите, в коробке очень много плетников. Сейчас я их перебазирую немножко. Идут виниловые гусеницы, многими нелюбимые, но здесь они довольно хорошего качества, насколько я вижу. Внутри коробки тут вот реклама, какие есть еще наборчики. На самой коробке внутри тоже вот интересное такое решение. Цветные такие боксартики. Тоже с техникой, какая производится этой фирмой. Коробка такая из плотного картона. Особенно крышка. С боковиков различные окраски, канадский вариант, английский. Ну, отложим ее в сторону. Чем мне понравился именно пал выбор на эту модель, почему разговаривали с Я Моделистом насчет нее, потому что мне вот захотелось вот что-то такое вот из британской школы. Вот первые летнички, которые попались в руку. Это у нас детали ходовой части. Отлита
Очень качественно. Сейчас я свет, наверное, включу, получше видно будет. Вот. Как видите, вот довольно все так хорошо отлито. Деталек очень много. К сожалению, осмотрел я всю коробку, инструкцию, так и не нашел количество самих деталей и размеры танка. Но их довольно много. Вот две рамки у нас с литниками насчет ходовой. Еще один у нас литник довольно, ну, не то что большой, но здесь у нас идет уже части корпуса. Верхняя часть с погоном башни. Я так понимаю, крылья. Ну, вот эти передние. Тоже все очень хорошо отлито. Дефектов никаких особых я таких не наблюдаю. Вот, решеточки так хорошо отлиты. Видно заклепку. Чем, в принципе, отличалась британская школа танкостроения, то что у них в основном была во время войны клепанная броня. Ну и сам этот танк был построен, как говорится, в стиле танков Первой мировой. То есть с закрытыми гусеницами через весь корпус, которые идут. Вот еще детали корпуса. Борты. Вот, я так полагаю, корпус полностью составной. То есть из нескольких деталей. Вот, наверное, это уже части башни. Вот. Части орудия, казенная часть, насколько я понимаю. Всякие крышечки, лючки. Это, я так полагаю, глушитель. Все тоже хорошо пролито. Нареканий никаких не могу найти. Во всяком случае, визуально. Как оно будет в сборке, это мы уже потом посмотрим. Как это все у нас пойдет. Вот. Еще две рамочки небольшие с литниками. Какой-то мелочевки. Извиняюсь за то, что шуршу, заранее не открыл. Очень хотелось при вас это все сделать. Два одинаковых литника. Вот здесь вот еще у нас вот такая вот два трака запасных. Я так полагаю. Из резиночки. Ну, здесь, я так полагаю, ну, вот я вижу пулемет. И различные, видимо, какие-то обвес. Ну, это надо смотреть. Вот, решетки какие-то. Вот. Всякие поручни, видимо. Фары. Ну, это дополнительный обвес танка. Как я, ну, как я полагаю. В общем, вот два литника. Вот здесь тут единственное, вот есть облойчик небольшой. Но это не критично.
так все пролито хорошо. Видимых каких-то смещений или дефектов я не наблюдаю. Критичных. Вот. Еще один у нас пакетик. Здесь идет сразу. Части корпуса еще. И остекление. Вот. Остекление довольно прозрачное. На фарах сделаны риски. Немножко замыленные. Но я думаю, смотреться будет все равно лучше, чем простые фары. Ну и триплексы на башню. Такая вот у нас стекляшка. И вот части еще корпуса. Вот тут, видимо, при транспортировке чуть-чуть отлетело, но это не беда. Тоже все отлито хорошо. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Вот. Такая вот у нас деталюха. Так, ну и последний литничок. Точнее, пакетик. Здесь у нас идет часть башни, сама вот башня, верхняя ее часть, имитирован сварной шов на верхней крышке, заклепки, погон башни, маска орудия, как я полагаю, вот. И еще какие-то прибамбасы, это надо смотреть уже непосредственно по инструкции, что это да как. Тоже отлито хорошо. И что вот мне понравилось в этом наборе, при его цене, не очень большой в принципе, у него идет вот такой вот ствол алюминиевый точеный. И вот такие пружинки. Это на ходовую часть. Причем рессоры, они здесь есть вот именно в таком виде. И еще на литнике есть в пластмассе. То есть, если вам не нравится, можете такие поставить. Если вам устраивает качество пластмассы, можете поставить пластмассу. Но я так думаю, что все будут ставить именно такой вариант с железом. Ну и вот такой вот пакетик с декалями. И дана еще небольшая платка фототравления. Ниточку, конечно, которая нам предлагается для имитации троса, лучше заменить на проволочку. Травление довольно небольшая платка. Ну, как я полагаю, здесь у нас какие-то рычажки по форме похожи на лопату. В общем, это надо смотреть, разбираться, что это такое. Вот. Ну и декали. Сейчас я свет немножко приглушу. Вот. Вот такие декали.
довольно качественные. Подложка не очень большая, так что я думаю, наносить будет не очень сложно. Вот. Берем сразу в пакетик, чтобы не потерять. Ну и в завершении рассмотрим инструкцию. Она выполнена в форме книжечки. Формата А4, черно-белая, довольно понятная. Здесь в начале идет историческая справка на английском языке. Здесь у нас показаны все модификации танка, которые были. Вот. И начинается вот сборка последовательно. Отрисовано все очень хорошо. Есть вставки фотографий, как это на реальном танке находится, некоторые вот узлы, что очень хорошо, на мой взгляд. Довольно объемная такая инструкция. 29, по-моему, шагов. Да, 30. Вот. И в конце идут варианты окраски. 4 варианта предлагается. Это битва под Эль-Аламейном. Советский вариант в зимнем камуфляже. С названием Александр Невский. Видимо, это рота какая-то была или подразделение. Канадский вариант. 42-й год. И в Тунисе 43-й, еще один британский вариант, циклоп. Вот. Ну и в конце у нас идет показана вся комплектация набора и сделан такой черешок. Если у вас, допустим, чего-то не хватает, вы можете здесь заполнить. Блин, из-за освещения бликует. Вот. Вы можете заполнить вот эту отрывной корешок и отправить производителю, если чего-то не хватало. Вот. Вот такой вот интересный набор. Пока я не знаю, что именно я буду, какой вариант строить, но больше склоняюсь вот именно вот к такому. Это Эль-Аламейн. Уж очень интересно мне эта битва, очень затяжное сражение, несколько там штурмов было этого города. По мнению союзников, это ключевая битва в Северной Африке. Ну, я тоже так считаю, его иногда сравнивают со Сталинградом. Ну вот, все, что хотелось показать. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, чтобы быть в курсе процесса стройки. Ну, в ближайшее время уже начнем. Дальше будут фотографии с летниками. Приятного просмотра. Всем спасибо, всем пока.